Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями теперь будет возглавлять Александр Филатов. Управление кадровой политики и противодействия коррупции – Оксана Мозговая. Она достаточно давно работает в городской администрации и занимается кадровыми вопросами. Также согласованы кандидатуры Анжелы Студеникиной на должность заместителя главы, курирующего имущественные отношения, и Эдуарда Балмашева на должность заместителя главы по санаторно-курортному комплексу. До этого он работал в администрациях Краснодара и края. В первую очередь это ликвидировать всю несанкционированную торговлю, которая располагается как на пляжах, так и по всей Анапе, навести порядок именно в этом направлении, потому что все, кто к нам приезжает в Анапу, все жалуются на то, что полностью у нас один большой рынок, а не, скажем так, курорт, на котором надо отдыхать, где должны быть лежаки, где должны быть зонтики, у нас там везде кругом почему-то расставлена торговая деятельность, осуществляется везде. Я думаю, мы справимся. У нас все в порядке с нашими контрольно-надзорными органами, совместно будем действовать. У нас возобновляется работа межведомственной комиссии, которая действовала 3 года назад. Почему-то она не работала 3 года. Сейчас мы возобновляем эту работу. Я думаю, мы будем совместно со всеми наводить порядок.